Microsoft представил второе поколение смартфона Surface Duo. Новинка может похвастаться множеством обновлений, включая флагманский процессор Snapdragon 888, поддержку сетей 5G и NFC. Устройство доступно для предзаказа уже сегодня за $1499 и начнет продаваться на некоторых рынках 21 октября. В Surface Duo наконец-то появился полноценный блок камер на задней панели. В него входит широкоугольный, сверхширокоугольный и телеобъективы с разрешениями в 12, 16 и 12 мегапикселей соответственно. Microsoft заявил, что эти камеры обеспечат флагманский уровень изображений. На месте такие фишки, как ночная фотосъемка, портретный режим с регулировкой глубины резкости, а также присутствуют улучшения в работе HDR и съемки при низкой освещенности. Также компания увеличила размер дисплеев. Теперь это 5,8 дюймов, а в сумме около 8,3 дюймов. Частота обновления составляет 90 Гц. К слову, оба дисплея в Surface Duo стали слегка закругленными к середине, благодаря чему их маленькая часть видна, когда устройство находится в сложенном состоянии. Microsoft назвал такое решение Glance Bar. Вот эта маленькая полоска экрана будет отображать входящие уведомления. Кроме того, Microsoft выпустил новый чехол для Surface Duo. Он пристегивается к задней стороне смартфона и выполняет роль одновременно как держателя, так и зарядки для Surface Slim Pen 2. Surface Duo доступен уже в привычном цвете ледник, а также в новом Obsidian. Поменялось в лучшую сторону качество материалов и обработки. Зеркало задней панели теперь закругляется у краев, а толщина обоих частей девайса увеличилась до 5,5 мм с 4,8. Microsoft заявил, что это должно устранить проблему с портом USB-C, который у некоторых трескался в первой версии Surface Duo. Очевидно, что Microsoft серьезно поработал, чтобы сделать Surface Duo лучше, так что в принципе неудивительно, что они наконец-то добавили поддержку NFC для бесконтактных платежей. Surface Duo доступен для предзаказа сейчас и начнет продаваться 21 октября в США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии и Японии. Цены на Surface Duo 2 в США такие: 128 гигабайт – $1500, 256 гигабайт – $1600 и 512 гигабайт – $1800. В России вы сможете купить Surface Duo 2 в нашем фирменном магазине после 30 октября. Ссылка под этим видео.